Добрый денечек, дорогие друзья. Сегодня с вами будем обсуждать обновление 9.24. Собственно, ребята выкатили из Riot. Все довольны, все счастливы. Я в том числе. Много интересных обновлений, изменений. И игра станет более насыщенной однозначно. Ну, во-первых, к нам приходят связанные души и Амуму. Связанная душа после смерти первой связанной души. Она продолжает сражаться в виде призрака, которого нельзя выбрать в качестве цели, пока не погибнет вторая связанная душа. Как это работает? У вас, допустим, сзади стоит Сена, впереди у вас стоит Люциан, танкует. Его убивают, прям вот первого убивают, и он дальше себе стоит и отстреливается, пока не убивают Сена. Механика очень интересная, я уже ее тестировал на ПБЕ и с помощью нее побеждал, потому что у вас получается дополнительная 1000 здоровья и персонаж, керри-персонаж, которого невозможно сразу отключить. Очень крутая механика, и накидывать предметы и на Сену, и на Люциана сейчас мега профитно. Поэтому рекомендую всем вперед тестировать, смотреть, как это работает. Что касается Сена, она у нас второго ранга, то есть стоит 2 золота. Фракция Сумрак, класс Связанные души. Умение Пронзающая тьма. Сена выпускает луч сквозь самого дальнего союзника. Нанося союзника, ребят, союзника, имейте в виду. То есть, если она стоит где-то там в углу, то будет шмалять прям в самого дальнего союзника. Если он там где-то, допустим, Сена немножко вперед пошла, а союзник самый дальний у вас сзади, но враги сфокусированы где-то вот здесь, то Сена ультанет в никуда, в никого. Просто чуть подбафает команду. Такие дела. Но на самом деле у нее сама ульта не такая дамажащая. В целом она, наверное, больше там про Морелку, либо даже не про Морелку, потому что она в своих ультит. То есть это усиление для ваших керри в большей степени. Люциан, 4 ранг, 4 золота, фракция Свет, класс Связанная душа. Умение отстрел. Люциан выпускает 10 плюс 200 от скорости атаки раз в выбранном направлении в течение 4 секунд. Стреляет, точнее, выпускает, сказал. Каждый выстрел накладывает эффект при попадании и наносит урон в размере 25-30-50% от его силы атаки, а также дополнительно 40-50-100 магического урона. Если Люциан под бафом Сены, то это превращается просто в какое-то месиво, друзья. Просто месиво. Амуму, 5 ранг, Инферно, класс Хранитель, проклятие печальной мумии. Амуму впадает в истерику, его инфернальная вспышка гнева наносит 150, 250, 1300... 37 урона, почему такая цифра, именно не знаю, всем врагам в пределах 2-3-4 ячеек, оглушает их на 2 секунды. Ну вот по ячейкам, я думаю, вам приблизительно понятна механика, как у Тарика. Что касается Амуму, немножко по спойлерю, там ниже понерфили чуть-чуть море. Понерфили призывателей именно в рамках 3 призывателей. Море также понерфили в рамках 4 персонажей. И чуть-чуть подизменили Инферно, и поэтому сейчас собирать, допустим, вам не пришла Эни, а пришел Амуму в имбовой связке море призывателей Инферно. В принципе, заменяем одного призывателя, ту же там Энечку, на Амумушку и душим. Либо там, допустим, Зайра сильная у вас нету, заменили Амумушку на этого персонажа и погнали. Плюс добавили там какого-нибудь Мальфита, и у вас замечательно. У вас очень здорово с защитой обстоят дела. Плюс у вас есть массовый стан, плюс на этого персонажа даже можно кидать Морелку, он очень долго живет, очень много вносит урона. Перс очень прикольный. Посмотрим, он по-моему, даже интереснее, чем Сиджит, потому что он мгновенно наносит там вот 3 ячейки, он мгновенно практически на всю карту задает ульт и сразу вот всех поджигает и мгновенно вносит эти 250 урона, плюс этот стан очень классный, который нужен магам. В общем, персонаж мега эффективный. Посмотрим, как это будет работать. Теперь, что касается обновления шкалы уровня. Теперь, друзья, у вас будет появляться при вот наведении на кнопку. Во-первых, они местами поменялись. Это очень неудобно, но в защиту риотов скажем, что интерфейс в целом, если вот пришел новый игрок, то он стал более
не люблю американизмы, но он стал более юзабельным. То есть с юзабилити у них стало все гораздо лучше, потому что теперь вам не нужно качать программу, у вас сразу, во-первых, вероятность выпада на текущем уровне конкретных чемпионов, допустим, Владимиры и Серы и так далее, 35% шанс выпада. Синих чемпионов шанс выпада 25%. Вот это то, что они налепили сюда золотого чемпиона, это 0% на пятом уровне, имейте в виду. Просто прилеплено в качестве примера. Ну, кнопки поменялись местами, плюс у вас здесь есть вот такая вот маленькая шкала. Пятый уровень, вам нужно 5 раз кликнуть на кнопку «Купить опыт». То есть, теперь это немножко не в золоте отображается, а вот по 4 как бы... В общем, по 4 золота, вот каждая шкала обозначает 4 золота. Всего на пятом уровне нужно 20 золота, чтобы апнуться. Едем дальше. Так, это я все обсудил. Своя арена и карусель. Для ребят, кто не умел пользоваться кнопкой R, кто не умел пользоваться пробелом, я сам относительно недавно этими кнопками научился пользоваться, для них сделали специальные кнопки в самом интерфейсе. Теперь, когда вы в карусели выбора, вы можете нажать на кнопку и вернуться на свое поле, либо вы со своего поля можете вернуться там, то есть с поля противника можете вернуться на свою арену также. Очень удобно. Кнопка «Карусель» появляется вернуться к выбору чемпиона, когда ваша камера сфокусирована на чем-то другом. Допустим, у вас режим сейчас выбора идет, все что-то выбирают, а вам нужно быстро посмотреть, какие у вас там предметы, на каких персонажах стоят, чтобы принять решение, какой предмет вы будете вытягивать с карусели. Быстренько нажали на кнопку «Карусель», вернулись и вытягиваете свой предмет. Удобно, молодцы. Берсерка усилили, теперь берсерки, 6 берсерков получают по 25 силы атаки дополнительно. Это здорово. Облако, теперь с воротами дела обстоят лучше, 20, 25, 35. На всех уровнях получили прибавку 5%. Электричество стало сильным, это очень сильно, на 30%, даже более 30% мы видим усиление. Почти, ну, где-то 45% усилили электриков на первом левеле. То есть два электрика собрали, и эти два электрика стали более эффективны теперь на 45%. Это очень мощное усиление. Что касается инфернальных, теперь у них срабатывают поджигания не только от умений, но еще и от критических ударов. Какой здесь момент интересный? Если мы ставим, допустим, на того же Бренда или на Зайру перчатку на криты, плюс ставим граньку, то мы получаем и с руки много критов, и с магического умения много критов. И все эти криты дополнительно еще поджигают и вносят очень много урона дополнительного. То есть сейчас криты на... даже на амумушку закинуть, вот тот же инфин, перчатку и морелку, это будет амумушка, которая будет просто разрывать всем лица. Там будет столько поджогов и столько импакта, что жесть. Обязательно протестируем это дело. Что касается дополнительного урона, он был снижен. Допустим, на первом бафе мы получаем не 80% от умения или от крита, а 70%. На 10% снизили, но сама механика стала более насыщенной, более интересной и играбельной для там варусов, киндеред, для таких вот ребят. Количество поджигаемых ячеек 1-1-3, теперь 1-3-5. Понимаете, да? Будет все полыхать, друзья. Полыхать будет все. Ну и, соответственно, теперь стало очень актуально собирать не именно там 3 инфернальных, а собрать там 6 инфернальных или собрать 9 инфернальных. Это будет очень мощно выглядеть. Свет, увеличение скорости атаки, собственно, видимо, увеличение на 5%. Свет усилили, плюс добавили к ним Люциана. Плюс есть замечательная связка с Сеной, и вы дополнительно вкидываете в эту сборочку какую-нибудь киндредку, получаете бафчик Сумрака, либо закидываете в лейте уже мастера и тоже получаете бафчик. В общем, это стала очень интересная сборочка, свет, и вообще, блин, все хочется перепробовать. Море, друзья, восстанавливает маны теперь меньше при сборе 4 персонажей на 5. Ну, незначительный нерв, ну как есть. Рейнджеры, шанс получения прибавки к скорости атаки 30, теперь будет 35, ранее был 30. Шанс получения
прибавки к скорости атаки, если четверых собрали, 80% теперь, и 100% шанс увеличивает не на 100%, а на 150%, друзья, в 2,5 раза. Замечательно. Ой, подождите, в 2,5 раза это у нас 125%. Было 100, стало 125. Сумрак. Теперь, когда с сумрачным чемпионом присоединилась Сена, мы поменяли особенности с 2.4 на 3.6. То есть первое усиление идет не когда вы собрали 2 сумрака, а 3 сумрака. Вот немного выше, я чуть-чуть размечтался, но на самом деле третьего нужно доставлять по любасу. То есть мастер, допустим, и киндретка. Либо киндретка и Сион, либо коротышка, поскольку освободительница слишком упрощала получение максимального эффекта. Так оно и есть. Теперь это бонус из 3-6 частей. То есть максимальная прибавка у нас, когда 6 чемпионов, минимальная, когда 3 чемпиона. Сумрачные чемпионы наносят больше урона в течение 4 секунд. Эффект обновляется, когда они зарабатывают убийство или содействие. При сборке 3 получаем 70%, при сборке 6, внимание, получаем плюс 140% урона. Неплохо тогда. Эффект обновляется, когда любой сумрачный чемпион зарабатывает убийство и содействие. Понятно. Призыватели, друзья, были понерфлены. Увеличение продолжительности существования и запаса здоровья с 40% скинули до 30%. Обычно призыватели собираются в количестве 3 штук, поэтому я говорю понерфлены. Что касается сборки через 6 призывателей, она немного, по-моему, была слаба, но может быть сейчас с усилением инфернальных как-то... Как-то интересно это заиграется, посмотрим. В общем, когда соберете шестерых, получите 120%. Что касается чемпионов, прочность щита и верно была понерфлена на серебряном и золотом уровне. И эффективность пассивного лечения Маукая также чуть-чуть ослабили на серебряном и золотом левеле. Лечение от умения Рениктона было также понерфлено. Второй ранг, дальность атаки Нико была увеличена, сила атаки Ясо увеличена. Третий ранг Атрок с запасом маны снизили, Атрок стал более эффективен. Сила атаки Севир увеличена, дальность атаки Сараки увеличена, скорость атаки Сараки также увеличена. Что касается света, я вижу очень много переработанных персонажей и много интересных моментов по усилению света. Что касается мастеров клинка и игру через мастеров клинка, плюс там, допустим, сильного Ноктюрна, который как раз-таки мастер клинка, вся эта сборка будет играться гораздо эффективней, и ниже еще узнаете почему. Четвертый ранг. Здоровье Тиберса было понерфлено до 2000. Броня Тиберса Эни также была понижена. Урон от умения Бренда был понижен. Ну, не сказал бы, что значительно на 25, но вот золотой, как бы, да, претерпел сильные изменения. Но что касается бронзы и серебра, то, что играется обычно простыми смертными, я какого-то, знаете, лютого изменения здесь не наблюдаю. Урон от умения Мальфита был увеличен. Это интересно. Запас здоровья миньонов Йорика, собственно, на золотом левеле они решили, что они слишком жирные. Окей. Пятый ранг. Общий запас маны Тарика был снижен. Тарик стал более эффективен. Урон от умений Сиджита также понерфили. Причем понерфили неплохо. С 200 до 150, с 400 до 300. Ну и золотой, понятное дело. Остался таким, как есть, но его собрать практически нереально. Люкса. Люкса должна быть чемпионом, способным заставить вас хотя бы задуматься о покупке, даже когда это не входит в ваши планы. Представлено ниже усиление поможет этого добиться. Общий запас маны снижен, урон от умения увеличили, причем очень значительно. Собственно, добавили 20% к урону на бронзе, это много. Ну и чуть добавили на серебре, на 10%. Хорошо, здорово, молодцы. Ну не на 10, где-то там на 14, на 13%. Предметы, друзья, вот очень важное обновление. Призрачный танцор теперь блокирует только дополнительный урон от критических ударов, а не вообще всю атаку. Как это работало раньше? Крит прошел, персонаж не получил урона вообще. Теперь крит пошел, все, что там было критическое, заблокировано. Обычная атака, допустим, у Ноктюрна, там, не знаю, 110 урона с учетом там всяких предметов, которые на него накинуты. Вот персонаж получит только 110. Поэтому Ноктюрн, Блейдмастер сейчас... мегаэффективен, просто мегаэффективен. Я не знаю, что делать с Ноктюрном, как его, короче, останавливать,
Я так понимаю, на него вешаешь стремительное серебро, которое отключает блоки, вешаешь на него мастера клинка и, допустим, там инфин или гинсу. Гинсу, наверное, будет лучше. И все, этот ноктюрн пойдет и всех убьет, особенно если ты собрал золотого. Такие пироги, друзья. Уменьшена вероятность появления у дракона классовых предметов. Раньше частенько падали именно предметы на классы, там, допустим, инферно и так далее. Вот это теперь так не работает. Точнее, будет работать с меньшей вероятностью. Снова увеличен ассортимент предметов, которые можно получить при убийстве дракона или Геральда Бездны. Теперь они не оставляют после себя только перчатки вора, силу природы и титаническую гидру. Отлично. Урон от убийцы великанов чуть увеличили. В общем, блин, вижу очень много прибавок на свет. Возможно, свет сейчас будет чуть-чуть имбовать. Ну и много ошибок исправили. Вот, допустим, ошибка, из-за которой я бомбил очень сильно, прям первая. Игроки с 0 ЛП, занявшие четвертое место, понижались до предыдущего дивизиона. Теперь за четвертое место всегда дается как минимум 1 ЛП. Это очень классное изменение, которое, блин, меня расстраивало лично. Я тогда помню, из алмаза 1 или из алмаза 2 упал в алмаз 3. У меня потом было обидное поражение. Я там что-то восьмое место занял, и я очень сильно откатился из-за этого. Так бы у меня была бы ситуация, что мне дали 1 ЛП. За восьмое место я бы потерял всего 1 ЛП и продолжил бы свою серию и быстрее бы взял Челленджера. Но, к сожалению, взял Челленджера только вот перед этим обновлением. Ну и, собственно, очень много других ошибок было исправлено, за что Риотам отдельное спасибо. Игра становится, друзья, богаче, игра становится интереснее, и это не может не радовать меня, как ярого фаната Teamfight Tactics. Собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам есть что добавить, если вам понравилось это, пишите лайки, оставляйте свои комментарии, точнее, жмите на комментарии и пишите лайки, а также не забудьте жмякнуть колокольчик. Чуть попозже будет стрим. Всех, собственно, жду. Спасибо за просмотр, друзья. Пока-пока.